Вот такой у нас гость. Феликс. Соседский кот. Феликс. Он такой красивый. Посмотри на меня. Феликс. Феликс. Покажи свою морду. Толстый такой. Что это значит? Что это он делает? Пугается. Это он так боится? Пугается. А, он своей тени пугается. Вот ты, Господи. Ты что ты? Так испугался. Красавчик. Феликс. Боится, боится. Видишь? Феликс. Боится всего. Ага, боится, а все равно обследует. Да, да. А это все равно. Ну ты мордочку покажи. Пальма быстро его раздирает. Феликс. Ну покажи мордочку свою. Ну покажи свое личико. Он говорит, титой. Он такой красавчик. Видишь, какой крупный. Вот такой. Ну, Феликс. Ну покажи. Ты посмотри, отворачивайся. Феликс. Всего боится, шарахается. Феликс. 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 Кс-кс-кс. Сейчас. Он хвост дрожит. Он весь. Да, хвост дрожит, боится. Во, личико показал. Ну покажи, покажи свое личико. Ну покажи свое личико. Феликс. Да. Компьютер ходит. Хочешь играть? Смотри, Саша, сейчас включишь клавиатуру. Вот так красивый такой. Такой гость у нас красивый, да? Большой. Ну подожди, подожди. Ну подожди. Ну подожди, дай лапку. Вот какая лапка у него. Вот такие лапы у нас. Да. Красивый, красивый, хороший такой котик. Хороший котик, котик, бархатный животик. Да, вот такой красавчик. Вот такой хороший. У них еще сфинкс есть, девочка. И Феликс. Вот так. Да. Не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. Пойдем. Пойдем в зал. Ну что, будешь лежать здесь? Он сейчас на балкон еще пойдет, да? Феликс, на балкон пойдешь? Или в коридор пойдешь? Они выпускают его в коридор погулять. А мы его вот в гости берем. Чтобы пощупать. Чтобы пощупать его. Да. Да. Вот такой. Вот такой котик. Котик, котик. Хороший котик. Ласковый котик. Да. Ласковый котик. Да. Мур, мур. Мурчишь? Да, еще не все обследовал. Боится. Он своей тени боится. Он тени боится, видишь? Видит, получается, тень-то, да? Ну да, конечно. Извиняется. Как он там встает так? Че еще пойдешь обследовать? В ванну пойдешь? Любишь купаться? Купают тебе? Сфинкс это, наверное, купают. Медвежонок. Ой, ты, Господи, кот. Чё? Глянь, шугнулся как. Ты там заремел, он прям шугнулся. Пока хозяйки гуляют на улице. Пугается, он всего пугается. Ой, ага. Смотри, хвост горит. А, ко мне на кухню пришел. Ой, ты чё? Всего боится, Лень. Я сижу, смотрю то, что записала уже про тебя. Что такое? Что случилось? Че, в корзинку хочешь? Ты свет выключил, он дергается. Он всего боится. Не дома, да? Нет, не дом, это не дом.
Ты домой хочешь, да? Сейчас придут с прогулки твои хозяйки. Пойдешь, то. А я не помню, как эту зовут у них. Сфинкса. Что такое? Что ты там бурчишь, ходишь? Иди, дверь открыта. Хочешь в коридор? Иди погуляй в коридоре. Дверь открыта. Иди. Хочешь? Иди погуляй, иди. Ну да, кладовку еще не обследовал. Сейчас стоит рюкнуть, стукнуть. Стресс. Для кошки это стресс, да. Он думает, что его отдали в другой дом, в другую семью. Задом выходит. Коля, он задом с кладовки выходит. Пятится задом. Чё? С кладовки задом пятится. Не развернулся, ничего, а так задом пятится. Боится? Наверное.